На площадках спортивная гордость педагогов Хакасии. Остроту соревнованиям придавал тот факт, что по правилам спартакиада проводится лишь раз в 2 года. Отсюда сильнейшая мотивация заявить о себе, о своей школе, городе или районе. Спорт – это счастье, это здоровье, это коллектив, это поддержка, это интерес к жизни. Плюс еще помогает в работе. Когда ты занимаешься спортом, тогда легче находишь общий язык с детьми. Дети тянутся к людям, у которых есть интерес какой-то. А если человек неинтересный, то и он не может быть учителем. Я хочу пожелать всем вот просто участия, потому что спорт в жизни каждого человека – это очень важно. Но победу никто не отменял. Всегда хочется быть победителем. Дисциплины подобраны так, чтобы можно было показать себя как в личном, так и командном виде спорта. Волейбол, элементы ГТО, дартс. Педагоги, наверное, как никто другой, понимают, что здоровый образ жизни сегодня – это половина успеха. Наши педагоги очень дружелюбные, доброжелательные. А это как раз цели спартакиады, которые продвигаются. В числе бесспорных фаворитов заявилась сборная учителей Аскийского района. По регламенту команда, которая побеждает в 3 спартакиадах подряд, оставляет себе кубок на вечное хранение. Так и вышло в 2021 году. Впрочем, и сегодня аскийские педагоги не дали себя обойти и в 4-й раз стали первыми. 2-е место у Национальной гимназии имени Катанова, бронза за Таштыбским районом. Эдуард Иванов, Александр Сердюк, РТС.